Так вот, станция сделана. Оказывается, для чего вот происходит вот с этой женщиной беда? Чтобы разрушить семью. И с мужчиной беда происходит, потому что мужчина клюет вот на эту продажную женщину. Вот. И если не будет спроса, не будет предложения. Понимаете? Вот как. Так вот, здесь все виноваты. И те, и другие. Вот. То есть с головой не в порядке. Когда начинаешь читать станции Дзяна, там интересная фраза. Чтобы уничтожить человечество в будущее, надо свести его с ума. И вот все формы сведения с ума, там начинается расписка. Как сводит с ума. Информационное воздействие такое, чтобы свести с ума весь социум. Неважно, у нас там, в Америке, там, в Канаде, там, в Мексике, в Южной Америке. Да какая разница, в Австралии. С ума сходят все. С ума сводят всех. С ума сошли люди. И когда ты этому сумасшедшему пытаешься объяснить, ты что делаешь над собой? А он не понимает, он на тебя смотрит как ненормально. Я несколько лет назад ехал, на юг ехал один раз в поезде. Вот. Года, наверное, 3 или 4 прошло. И заскочили 9-классницы, девчонки. Со своей училкой заскочили. И тут же догола разделись. Я думаю, что такое, что они раздеваются? В поезде жара. Они в белых этих трусиках, маечки такие, пупы голые, вот маечка вот так. Вот, чуть эти грудки прикрыты, которые насквозь. И ноги кверху, и прыгают, и бесятся, и верещат. Я думал, ну это, черт не знает, что с ними, ну ненормальные девки. Я подхожу к учительнице, говорю, слушайте, вы хоть соберите, вы... А она сама раздевается, туда же. Такая же, шорты одевает, вот такой длинный. Я думаю, ну все, привет, приехали, да. Еще на меня так, а какая разница, тебе что? Ну и что тут, жарко ведь? Я говорю, давайте вообще разденемся догола. Ну вообще, давайте, да, совсем. Я-то в одежде ничего не страдаю. Но я тогда возмутился, приехал, было мне не по себе, думаю, что такое с детьми произошло. Ну, а сейчас уже не дети. Вот сейчас вот мы ехали, вот 2 дня назад, да, уже не дети, полный вагон. Сначала зашла команда баскетболисток, все догола разделись. Потом, причем не заходит в туалет, раздеваются так. Сидят, груди торчат, все мужики кругом, она переодевается, как будто никого мужчин здесь нет. Она абсолютно ничего не стесняется, она не стесняется. То есть что получается? Товар на гора. Товар, а этот товар уже вот он предлагается, товар, да? Мне было приятно на мужиков смотреть. Мужчины не смотрели на это на все. Они отворачивались, смотрели кто в окно, кто куда. Потом одели вот такие вот шортики, одели, сидели в таких шортиках. Ноги там километровые. Некоторые ноги опять задирать и мажет эти ноги какой-то мази, там, втирают в коленки, там, бедра, это какой-то крем там сидят, значит. Я уже так привык к всему, читаю книжку, посматриваю, мимо меня голые носятся. А потом я стал смотреть им в глаза и увидел, что глаза у них нормальные. Вот это меня поразило. Девчонки с нормальными глазами. Не стервы, нет, нормальные. Вот нормальные люди, вот они просто не понимают, что они не дают себе отчета. То есть вот эта вот программа, которая в них вложена, так себя вести, вот да, уже, вот, так сказать, ну, товар на гора, как я говорю, да, она заложена где-то там. Они об этом не думают даже. И мне их так стало жалко, думаю, боже мой, вы же не воспитаны просто, вы не знаете, что вы творите. Закон нравственности, целомудрия обрушен полностью. Вы не знаете, что такое целомудрие. Вы не представляете, что целомудрие – это великая ценность человека. Неважно, мужское, мужчина целомудрие имеет или женщина. Какая разница? Ведь целомудрие – это дело это ведь не в половой плеве. Это ведь не в этом дело. Это в поведении, прежде всего. Можно быть женщиной, можно детей рожать, но остаться целомудренной женщиной. То есть и также мужчины. Вот такая беда. Значит, уничтожение семьи. С такими женщинами вряд ли мужчина какую-то семью. Еще мужчина собирается, пытается, наш мужчина российский, он пытается создать семью. И некоторые женщины тоже думают, они все думают о семье, но интересно, они рассуждают. Нам нужен мужчина, который бы меня содержал, который бы терпел все мои выходки, все мои сатанинские истерики, которые я устраиваю,
которым бы я управляла, домашнее говорящее животное, агрегат по добыче денег. И чем больше ты добываешь этих денег, тем ты ценнее. Если ты их не добываешь, пошел нахрен. Ты такой не нужен. Вот, вот, вот примерно такое, такой взгляд на семью. У тех, у кого все в порядке с деньгами, им уже мужчина не нужен. Зачем мужчина нужен? Когда она позвонила, к ней приехал мужик. У нее где-то там зачесалось, мужик приехал. Любой. Она хоть какого может позвать? То есть она живет в своей квартире, у нее там машина, там даже две, у нее за ней приезжают, ее увозят, привозят. Если там что-то, она всегда позвонила, к ней приехали. Вообще ни детей не надо, ни мужчин не надо, ничего не надо. Но со временем ребенок для чего? Ну, для развлечения надо, а для того, чтобы кто-то остался после, чтобы, так сказать, старость-то подойдет, чтобы с кого-то потом спросить, ты что же так это, я вот у тебя мама, ты там раздавай. То есть это ребенок уже как средство, не как цель, а как средство рассматривается. Вот так. И вот в станциях Дзяна это хорошо сказано, как это все должно быть. То есть семья уничтожается полностью, мужчина отказывается. Со временем будет такое, пока еще не пришло. Но мужчина просто не захочет жениться. А зачем? Зачем ему жениться, когда он позвонил, к нему приехала любая проститутка? Зачем ему семья? Женщина – это товар. Он просто живет в своей квартире, в свое удовольствие. Он конченый эгоист. Позвонил, к нему приехала одна, не понравилась, пошла, другой позвонил, взял каталог, посмотрел, это, а, цены разные, деньги у меня есть, я могу это заплатить, это, ага, вот эти приехали, могут двое, могут трое приехать, могут 10, всех выгул не нужны, а зачем буду платить, зачем буду содержать, мне это не надо, я и так хорошо устроился, понимаете, в Германии 42% мужчин, которые не хотят иметь семью, вот вам пример, то есть уже вот я в Германии точно знаю, 42%. Дальше во Франции не знаю, в Британии не знаю, в Германии знаю. 42% это точно. Это статистика. Насчет женщин тоже не знаю сколько. Ну не знаю. Ну вот там паника, что мужчины не хотят иметь семью. И у некоторых женщин, у немецких, у них есть желание иметь семью, а свой мужчина, во-первых, что сатанистка ему дома не нужна. Она ему всю душу вымотает. Вы, наверное, знаете, что происходит, что мужчина спивается по вине женщины в основном. Что постоянный стресс дома, надо как-то стресс погасить, пошел, напился. Раз напился, два напился. Она ему там каждый день стресс. Что делать-то? Вот он пьет каждый день, потом спивается и превращается в алкаша. Это уже все психологи знают, психиатры это все хорошо знают. Что если убрать мужчину из этой семьи, он и пить бросает, ему это не нужно. Ну, пока он не спился, пока он не алкаш. Вот. То есть, вот так. Мужчина не хочет, то есть, вот это будущее. Я вам уже будущее рассказываю. Сейчас будущее. Это логическое завершение так называемого нового проекта, вот Эрни, ну, или нового порядка. Чем это должно закончиться? Уже даже такие попадают. А? Уже даже такие уже попадают, да? Уже не хотят, да, женщин. Ну правильно, он раз обжегся, два обжегся. Сатанистка одна, вторая, третья, все. Ты настрогал, все, ты ничего, тут вот деньги принеси, а сам можешь. А сам можешь хоть куда, ну понятно. Давай а деньги. Есть какой-то положительный опыт создания вот. Общин? Теперь дальше. Понятно. Значит, вот какое дело. Но я доскажу до конца. Я должен вам рассказать, что написано в станциях Дзяна, и чтобы вы знали, чем закончится новый мировой порядок. Вот, а дальше сами думайте. Дальше будем думать уже о положительном. Конечно, есть положительное что-то. Что-то надо делать с этой виду. Для этого я с вами и разговариваю. Вот тут какая вещь интересная, что этот озвучил еще в 20 веке, в конце 20 века этот как он советник трех президентов французских Жак Атали. Жак Атали, он у порога третьего тысячелетия написал книгу. И там дальше у него еще одна книга написана про рынки. Я уже не помню, как она называется. Там рыночная система, как она будет работать. Он там главный центр торговли перевел в Иерусалим. Может, вы читали эту книгу. И там написано, что уничтожение семьи, и люди будут кататься. Вот 2 года прожил в одном городе, потом уехал в 2 города, два года. То есть люди будут без конца в движении, чтобы не могли сговориться между собой, договориться не могли. Но я тоже думал, что это действительно так. Даже поверил в это. Это, правда, ну, рабочая. Рабочая вот эта вот технология, она рабочая. Потому что люди за 2 года не успеют, а потом уже ехать надо.
за два года не успеют познакомиться, то есть сговориться, поднять бунт, восстание против системы не смогут, если они будут без конца вот так вот носиться, а женщины будут говорить, ты вот родишь от такого, если ты не родишь, не получишь ничего, карточки, документов нет, карточка твоя не работает, денег у тебя не будет, сдохнешь с голода. Ей деваться некуда, это шантаж, она будет, хоть от обезьяны будет рожать, да, хоть будет плакать, но рожать, потому что ей деться, жить как-то надо. Так вот, это Жак Атале описывает.